В областной инфекционной больнице госпитализировано с нарастанием на сегодняшнее на утро, на 8 утра, 126 детей. Из них 12 поступивших из дома, то есть это дети также обучаются в этой школе, но проживающие в городе. Жалобы детей, они, как я сказал выше, идентичны. Это высокая температура тела, боли в эпигастрии, расстройство стула и головные боли. В связи с обнаружением сальмонелл, биоматериалов проб пищи, а также среди контактных лиц с учетом клинических картин острой кишечной инфекции, у заболевших детей выставляется диагноз пищевая токсикоинфекция, сальмонеллная этиология. Также лаборатория нашей областной инфекционной больницы сегодня 18 детей выявили дизентерию шенгела. На сегодня состояние 95 детей из 126 поступивших с улучшением. Расстояние удовлетворительное. Продолжается необходимый комплекс лечения и обследования. Курс лечения продлится от 7 до 10 дней.